Текс, продолжаем. Догонялки, блядь, на которых вчера остановились. О! Блять, задел, сука. Сцены бы пропускали еще, чтобы время экономить. Прям жесть какая-то. Thank you.
все понял. В прошлый раз я ошибку совершил и вниз пошел. Бы, потому что больше я, блядь, не хочу бегать от этого урода Гамотина. Храм раздолблен, все равно защищает. Так, ну сет где-то внизу, наверное, должен быть. По первой части, по крайней мере, я такой понял. Не работает. Да, вот, сохранение. Да, хуй торчать в старом. Я появился. Ну, недалеко в целом. Так. Майн, охуенная инфа. Да тут, ой, ёпту, она, да, в губище. Собственно, нам, да, к записке обратно надо
нас по талисманам. Sometimes run faster. Иногда бежит быстро. Интересно, иногда это когда? Ну, попробуем, что нет. Другой путь, но, блин, так прикинуть, то либо обсерватория, наверное, entrance через дамбу, придется такую дугу делать, не кислую. Сейчас посмотрим. Да, я угадал. Ну да, классик.
точнее. Мыши даже в таких местах не ловят. Thank you.
кажется, и обратное. По сути, кругаля и там. Ты нет. Блять. Ну ладно, предположим, мне обратно надо вернуться. Не знаю, на какой хер, но выбор невелик особо. Второй круг пойти, может что-то поменялось из-за этих трясок или прочего говна. Не особо хочется проверять, но выбора-то особо и нет.
Окей, ожидаем. Что ж с ним делать, он не уходит нихуя, наверное. Чё, блять, от меня хотят? Пиздец какой-то. Thank you.
касается крысы, она все еще тут есть, значит. Все-таки мне куда-то сюда. Или она меня тупо приведет опять к тому месту. Все-таки хочет, чтобы я наружу вышел. Что, блядь, не так с этой локацией, блядь?
камни насрать. Слишком да жестко, чтобы уворачиваться, блядь. В чем прикол-то, я не пойму. Они тоже насрать. Ну, даже не знаю, что делать. Реально какой-то затуп. Thank you.
Блять. Знаю, я устал уже от этого места. Просто, блять, невозможно. Я тут только ради одного ключа на эту свою силу, что делать нечего. Потому что я вижу, тут есть пути какие-то, куда можно было сходить. Ну, блядь, попасть в них не представляется вообще никак возможно. Очень-очень, блядь, странно. Мне тут втирают, что там еще какая-то дверь, блядь, есть. Я просто в доску не понимаю, где ее мог пропустить. Он все по 100 раз обошел. Но опять же, с таким ебанутым, блядь, аспектом камеры, ну, можно пропустить, если дверь как-то по-уебански расположена, это уже вина разраба, блин.
каждую тварь теперь к этому ящику везти, да. По-дебильному как-то, нет? До ящика не дошел, устал выйти, блин. Ну, вроде повторно не появляется. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Конечно, ебанчество, блядь. Такого рода тактика это. Похоже больше не на то, как надо делать, а на какое-то богоюзерство. Thank you.
тут тупик, блядь. Какой прок тогда?
пришел куда идти. Блять, это был пиздец, конечно. Боязно брать, но может попробовать, что нет. Пакет на голову, блядь. Забавно, это что за хуйня? Заебись, младенцев тут не хватало.
Что? Я ж вернулся. Какого хуя? Так, окей, а это куда тогда ведет? Тут заперт. Проверим. Просто любопытно, куда эта хуйня ведет. People.
Можно наёбывать. Окей. Интересно тогда, куда тот выход выводил. Надо будет проверить.
Вообще понять, быстро он ударит, не быстро. Чё, блядь, за хуйня происходит? Глаза ведь не горят, только тогда он долго замахивается. Собак всех распугивает, хули она убегает далеко. Бежал бы рядом, и все, и не нападал бы вообще никто.
какую-нибудь мышь по-человечески это остановить эту хуйню. Очень странное решение. Сохранялка. Это удачно. Так, ну я хочу прокатиться вот сюда, вот посмотреть, куда эта херня приведет. Обсерватории, наверное, еще придется через нее идти. Как? Что это за хуйня, блин?
Ёбаный. Сейчас скажу, что мне, блядь, опять собаки начинают, да? Или нет? Нет, слава, блядь, богу. Блядский каньон, это Япония или Америка, блин. До шрайна добрались.
весь мусор убрать будем. С пути, блин. Окей, сейчас проверим. Стамины не хватило, сука.
Так, блядь. Так, кажется, к месту стрельбы, где она повесилась, приблизительно. Кто-то кого-то похоронил.
сыгнул. Из-за того, что она уехать из города собиралась. Повторение этого тренировки. Сейчас и она тоже повесит. Повесился. Ебись ты уже, господи. Посмотрим, что там. Обсерваторию-то мы дойдем, нет?
все эти сцены самому смотреть прям какой-то пиздец. Ксюша это все время понимает, кто был нам. What the fuck? План Б, блядь, мешок на голове, не знаю, поможет мне.
Будем повторить, ну ладно, хуй с ним. Мне так принципиально. Бежит там толк-то тогда от этих камней. Выскочить.
Сколько можно резать, блядь, когда он заново появился? Какой троллинг или что, я нихуя не понял, что в конце произошло. Вроде бы, блядь, чем ближе я к концу приближался, тем более понятно было, что происходит. Но потом концовка так все обосрала, что я опять нихуя не понял. Не знаю, может тут что-нибудь после титров еще будет. Босс финальный, конечно, блядь, пиздец, ёбан.
Не знаю, некоторые локации еще, кстати, не попали. Хуй знает, что там делать и надо ли вообще туда ходить. Странно. Некоторые предметы я так не понял. Там вроде они квестовые, но пихать их никуда не надо было. Еще один предмет вообще не нашел из квестов. Хуй знает. Может какие-то опциональные ответвления? Не знаю. Что-то есть. Значит, ее подруга все-таки умерла, да? Понятно. Так. А. Тут все можно обыскать, как бы. Город дают такую возможность. Ну не знаю, куда тут паунд обыскать, разве что только. На полях что-то еще есть. Не уверен. Ну и этот. Обсерватория, собственно. Не знаю. Мне стрим побегу, если будет что-то интересное, может быть. А так. Ну ладно, всем спасибо, кто смотрел, всем пока.